mikrofon. Raz, 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 na пока ребята настраиваются, я хочу минуту вашего внимания и сказать несколько слов в память о... Да? Слышно? Вот. Мы все были шокированы известием о смерти Андрея Макарова. Я думаю, что многие его знали. Это был такой битломан, рок-н-ролльщик и, можно сказать, талисман всех событий, связанных с Битлз. Вот на Битлфесте, который был, да, в субботу, мы просто с ним виделись, там обнимались в толпе, в полном восторге от музыки. И вдруг вот такое сообщение, что его сбила машина, это всех повергло в шок. И я не могу сказать, что я его близко знал, мы были скорее просто знакомыми, но Андрей был вот одним из таких людей, которые создают обстановку, которые создают атмосферу. Может быть, он сам музыку и не писал, но он ее очень любил всем сердцем, всей душой, всей своей сущностью. И он умел ее воспринимать, он был прекрасным слушателем, и никогда не забуду его крики такие восторженные, что там «давай ништяка», это была его знаменитая фраза. И Витя вот с дорожкой, да, хочется как музыкант сказать о том, что значит вот такой поклонник в зале, Витя, скажи. Вообще поддержка таких людей, она просто необходима музыкантам. Я вспоминаю вот этот момент, который 2 года назад произошел в клубе «Театр» на Петровском фестивале. Мы первый раз сыграли альбом «Пластика на бэнд». И в таком напряжении все вот сейчас что-то начнется действовать. И вдруг крик такой: «Серега, давай ништяка!» И вы знаете, это такой вдох, какое-то вот расслабление, такого правильного настроя на эту музыку, на это настроение. И мы заиграли. И вторая его фраза была, которая, поверьте, в моей жизни очень играет большую роль, потому что я не так часто был на такой сцене, на дискантри музыкой. Когда мы закончили и прозвучали последние слова, «Ремизовывая», и такой крик Андрея: «Охренеть!» Это было лучше всех рецензий, мне не поверьте, честное слово. Так что, Андрюша, спасибо даже за то, что вы за эти два слова. Да, я хочу сказать, что добавить, что вот Андрея с нами нет, но музыка, которую он любил, она живет и будет жить, пока есть люди, которые хотят ее слушать, и есть люди, которые способны прекрасно ее играть. Вот как вот этот дуэт, который сейчас на сцене перед нами, которые тоже принимали участие на самом деле в Петровском фестивале, и которые создали совершенно какое-то, по-моему, фантастическое звуковое полотно, даже скорее пространство, не одномерное, а многомерное. Звуконавты такие, они, да, путешествуют по звуковой вселенной. И я очень благодарен ребятам, что они согласились вот в качестве такого эксклюзива, можно сказать, повторить на нашем джеме сет, который они сыграли в субботу на Битлфесте. Так что мы с вами, в общем-то, присутствуем при таком практически уникальном событии. Давайте поприветствуем Корнея и Оля.
Thank you.
только Сан-Сан, потому что были. Thank you.
следующее. Еще одну для Джорджа. Еще одну для Андрея. Thank you.
Спасибо, дорогие, но мы должны уважить остальных участников фестиваля, поэтому увидимся на наших следующих концертах, окей? А пока и так, вы заметили, что они не играли, это третья вещь в Бедовском месте. Это новая композиция. То есть он такие счастливчики вообще больше услышали, чем те, кто пришел в субботу. Так что спасибо, ребята, вот еще за плюс один вот этот вот. Володя, Карлина, Оля, Иванова. Действительно, это просто фантастика, что это какой-то вот уже потусторонний, другие миры, я не знаю, я просто вот какой-то совершенно таком вот был поставленном состоянии, да. Все, ребята, спасибо большое, у нас сейчас не менее интересные следующие выступающие.